И снова всем здорово, друзья мои. Открутил, короче, болт. Не знаю сейчас, что будет, получится, не получится. Открутил вот так вот в прицепе болт. Оставил там вот один, мне один раз, наверное, надо вот так погрузить. Вот. Сейчас борта открою, попробую заехать. Сегодня у нас ролик будет посвящен расходу топлива, скорее всего. Налил полный бак под завязку. Видно, да, было? Полный бак. Почему сделал так? Ну, ролики видел в интернете. Так, здесь сапунчик надо закрыть сразу. На это. На транспортировку. Блин, вот бак под сиденьем, такое решение, знаете, как бы сомнительное. Туда же уже ни рыбу, ничего не положишь. Потому что вот этот сапунчик, я попробую его потихонечку приоткрыть, помаленьку. Все равно будет. Ну, вот здесь вот, как бы... Емкость такая, да, для воздуха, для расширения. Ладно, как-нибудь, короче. Вот, и надо будет потом еще заборник переделать. Так, блин, коты у меня тут лазали по снова-то снегоходу. На улице у нас сегодня минус 5, с утра градусник показал. Сейчас я попробую заскочить в прицеп, заехать. Попробую задом заеду. И сгоняем, мы с вами еще покатаемся. Все засеку. Спидометр засеку, ну тут, короче, это сделаю как-нибудь. Замерим максимальную скорость, замерим расход топлива. Видите, почему сегодня еще решил выехать? Потому что сегодня минус 5 у меня градусник показал, по-моему, минус 5. И нас такой, как бы, хороший. Пока он держится, надо покататься. Короче, с гаража ничего не получилось заехать. Пришлось выскочить вот на снег. Есть у меня тут приступочек такой. Ладно, еще вот снег-то я чистил зимой снегоуборщиком. Здесь вообще плотничок. Вот, заскочил, заехал задом, чтобы сейчас передом съезжать сразу же. Вот как-то так. Погнали в поля, друзья мои. Так, ну что, друзья. Напоминаю, бак я заправил полный. Под завязку с собой бензика нисколько не стал брать. Короче, вот гоним волосы назад. Сейчас сгоняем куда-нибудь в поля, но недалеко от дома. Так, запускается данный девайс без подсоса, без газульки. Отлично. На холодную. Он запускается с подсосом и с газулькой. Все. Обороты. Так, замеряем. 11 километров у меня пробег. 11 километров. Надо это дело запомнить. Вот так вот. Ну и будем, короче, кататься. Я не стал привязывать литровую бутылочку туда-сюда, чтобы там узнать, сколько он проедет на 1 литре. Будем кататься сколько душе угодно, а потом замеряем. Даже страшно. Ё-моё, шланг перегнулся. Подпрыгнул еще это. Сиденье это не закрепил. Да ядрить колотить. Наст капитальный. Проталины. Сразу скажу, друзья. Пухляка в этом ролике не будет совсем.
Нифига себе, какая елочка с игол, с этими, с шишками. Красивая. Спускаться не будем, потому что на пруду может быть наледь, а наледь для нас как бы не есть хорошо. Рыбаки сидят, рыбачат. Бабушка жила раньше. Еще один купеческий.
носился по деревне-то. Выехал из деревни, смотрю, камера, блин, выключилась. Давай-ка вертаться. Думаю, здесь не здесь, но где-нибудь отсюда, наверное. Опа! Мотор тянет вообще намного лучше, чем двадцатка. Еще один дом купеческий. Подхватывает порезвее. Есть интернет, не есть интернет. Скачиваем спидометр. GPS спидометр. Установи. Открыть. И здесь будет видно максимальная скорость, расстояние и вот это. Сейчас что делаем? Давайте чуть-чуть проедем. Подключил. Вот, начать надо. Включаем. Разрешаем. Ага. Вот время пошло. Включаем, короче, запись экрана. Ну и погнали. Блин. Короче, друзья, одной рукой снимать неудобно. У меня здесь подставки нет. Сейчас я этот бросаю, короче, вот сюда. Пусть записываю. И погоним.
ну что, все? О, нейтраль включил. Обороты больно велики. О, ё-моё, блин, я чё останавливался? Вот, смотрите, есть небольшой самоход у ремня. Так. Ё-моё. 47 километров максимальная скорость. Все, я в ролик включу. Так. Короче, при такой скорости... Что-то где-то спилимкало. Я думал, камера села. Что, спиликало. Нет, запись села. Короче, при такой скорости, друзья, и то уже волосы назад. Он несется вообще, что ли, шаг. Я не знаю, блин. Ну и чувствуется, конечно. Конечно же, чувствуется, что немного он, немного помощей двадцатки. Все, мчимся в сторону дома. И на этом, наверное, мы сезон закончим. Так, ну что, друзья, нормально так покатались? Ну, по крайней мере, мне понравилось. Все, я уже в гараже, как вы видите. Ох, все развалил. Ядрить твой, колотить твой. Солнышко светит, птички поют. Короче, быстренько-быстренько собрался с поля. Умчался. Потому что этот... Начало все резко таять. Блин, снегоход уже проваливаться начал. Ё-моё, он весь в сыром снегу. Так что... Короче, быстренько-быстренько я собрался и свалил, короче, оттуда. Так что вот, все, загрузился на прицеп, дома выгрузился. Сейчас я наливаю мерную тару. Здесь у меня 5-литровые бутылочки. Километраж. Вот сейчас видно, не видно было. 23 километра. А пробег у нас был изначально, стоял, по-моему, 11, да? Но... К этим 23 километрам, я думаю, надо прибавить километра 4. Да, 11 было. Километра 4 надо прибавить. 3-4 километра. Почему? Сейчас объясню. Потому что, когда этот спидометр, короче, зажигание, когда выключаешь, он хоп, падает на 0. Потом прибавляется. Ну, потом не на 0 падает, а потом начинается с этого же километра. Если вы проехали, допустим, 19 километров 900 метров, то пойдет опять с 19 километров. А я раза 4, наверное, или 5 останавливался, глушил мотор. Вот. Ну, где-то так. Километра 4 прибавим. Это получается у нас 23. Да, 23 километра плюс 4, 27. И минус 11, получается 16 километров. Правильно? Правильно. Все, мерную тару готовлю и заливаем бензик в этот, в бачок. И посмотрим, сколько слупило. Так, друзья... Путем, короче, нехитрых манипуляций с помощью литрового пузырька отметил литры 1, 2, 3, 4, 5. И сейчас, короче, зальем в бачок. Ах, так. Надо, короче, как-то его настрелить, чтобы он не упал. Чтобы камера не упала, друзья мои. Расход топлива. Беркут рестайлинг 24 литра. Объем двигателя. 24 лошадиные силы, мотор. Вороночка колхозная, старинная, друзья мои. Наливаем точно так же под завязку. Это с небольшими прогревами, с заездами.
на прицеп с такой, короче, билибердой. Бачок литров 12, наверное, вот этот. Емкость бачка. Снегоход как стоял, в таком же положении и заправляем. Все, под завязку. Так, смотрим, друзья, раз, два, три, короче, даже, ну, где-то 3900, может быть, не по эту, видите, она выше, 3900, 2900, 2 литра 900 грамм. Ну, будем считать, короче, 3 литра. Так. Запись-то у меня идет. Идет. Так, 3 литра. Проехали мы с вами 16 километров, да? 3 литра делим на 16 и умножаем на 100. 18 литров, друзья мои. Расход практически как на двадцатке. У меня на двадцатке 18 был. Ну, где-то 18,75. Ну, пусть 18 литров, скажем так. На 16 километров 3 литра. Это, знается, ну да, так и получается. Получается, что километров 16, 3 литра, 18 литров. Короче, расход как на двадцатке, но мотор помощней. Так, все. Что, закрываем? Вот немножечко, конечно, неудобно вот это вот сделано. Так, закрываем сразу же этот момент. Момент у моря. Все, друзья, давайте на этом, короче, ролик закончим. Такой расход меня устраивает. Расход как на двадцатке, но прет поначе. Чуть-чуть получше. Четырехтактный мотор. 18 литров расход на сотню. В принципе, нормально. На, что там, вот эти 30-сильные, там по 30 с лишним расход топлива. Как бы это вот такой расход меня бы не устроил. А тут как бы пойдет. Все, давайте. Всем счастливого пути, всем удачи на дороге, всем пока.